Это дневник художника и день 61. Проснулись, подтянулись и пошли завтракать. Последние дни просто кайфую с яичницей. Ну и за работу. Сегодня бомбанул копье, а завтра мы будем его детализировать. А сейчас я делаю свои любимые наггетсы. Да не просто наггетсы, а с запеченной картошечкой с укропом. Нереально вкусно. Тут я укрепляю свои коленные суставы, готовлюсь к следующему лету. Ну и кайфуйте от жизни, как я от яичницы. Спасибо за просмотр.